Настоящие церкви растят служителей, растят лидеров. И мы с вами уже говорили о первой грани этого процесса. Мы говорили о том, как воспитывать учеников. А сейчас мы переходим к следующей стадии, к следующей грани. Это воспитание сотрудников, воспитание тружеников. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 9 глава, с 35 по 38 стихи. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, вот этой большой группе людей, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Есть различия, есть разница между учеником и делателем. В великом поручении нам сказано «научите все народы». Все христиане — это ученики, и все христиане должны учить других. Но вот делателей, по словам Иисуса, мало, и нам нужно молиться, чтобы Господь послал делателей на свою жатву. Я из этого делаю вот какой вывод. Далеко не всякий ученик станет делателем. Есть ученики, которые не смогут работать в поле по определенным причинам. Что-то им мешает. Может быть, у них проблемы из прошлого тянутся. Может быть, сейчас на них какое-то бремя. Они не готовы идти в поле. Они не готовы перейти на следующий уровень. Да, они будут оставаться учеником, они могут встречаться с наставником один на один, но вот на следующий уровень они не перейдут. Они не станут делателем. Мы говорим об этом, и мы смотрим, читаем вот этот абзац, и мы видим разницу между овцами и пастырями. Все мы христиане, все мы овцы, все мы ученики, но мы молим Господа жатвы, чтобы послал пастырей для овец, делателей на поле свое. Как же выглядит настоящий делатель, настоящий пастырь? Что это за человек? Какой он? Мы молим Господа послать делателей. Значит, нам нужно еще искать таких людей. Вот каких именно? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте снова вспомним иллюстрацию колеса и перейдем на следующий уровень. Смотрите. Ученик свидетельствует. Делатель идет в поле и занимается благовестием. Это не одно и то же. Первый из них, ученик, готов любому задающему вопрос объяснить свое упование. Второй идет в поле. Он проявляет инициативу. Моя мама такой делатель. Ей уже за 80. Но каждую пятницу, по вечерам, когда многие сидят дома и смотрят телевизор, моя мама идет в детскую комнату полиции. Там мальчики, которым еще нет 15 лет, и которые там находятся, потому что у них серьезные неприятности уже сейчас с законом. И вот она приходит и свидетельствует им о Христе. Она проявляет инициативу, потому что она делатель. Вот смотрите. Ученики приходят в церковь, приходят на малые группы, а делатели совершают еще один шаг. Они тоже и в церкви, и на малой группе, но не только для себя.
а и для того, чтобы ободрять других. Вот это и есть отличительная черта человека, которого Господь превращает в делателя. Он хочет быть среди христиан не для себя только, но и для других. Он готов проливать кровь, он готов жертвовать. Ученик должен быть в Слове Божьем, любой ученик, и это понятно. Это дело любого ученика, постоянно читать Слово Божие. Но делатель готов копаться и раскапывать истину Священного Писания не только для себя, но и для того, чтобы других кормить, других питать. И вот когда мы видим, что Бог такое желание человеку дает, когда мы видим, что человек хочет не только сам питаться, но и другим помогать, вот это признак того, что Бог отвечает на молитву и выставляет делателей. И еще. Каждый ученик, конечно, должен быть послушным. А вот пастырь, делатель, послушен Христу не только для себя лично, не только в личной жизни, но он также послушен, когда речь идет о его участии в жизни других людей. Он готов идти и служить другим людям. Ну и, наконец, любой ученик должен сосредотачивать жизнь свою на Христе. А вот пастырь или делатель хочет сосредотачивать на Христе не только свою жизнь, но и жизнь своей группы, жизнь своей церкви. Ему важно, чтобы вся церковь была вокруг Христа, была христоцентричной. Вот это настоящее Евангелие, настоящие делатели, настоящие церкви. И мы с вами говорим о том, как устроен этот процесс воспитания пастыря, воспитания делателя, служителя? Я сказал о том, что первый шаг, первая стадия наставления учеников — это личное наставление. Что же касается воспитания делателей, воспитания пастырей, это малая группа. Потому что по определению пастырь, делатель — должен вести за собой других. Значит, в любом случае вокруг него должна быть малая группа. Будь это занятие воскресной школы или библейская группа, домашняя группа. Это может быть по-разному. Но наша задача — молиться о том, чтобы Бог восставил таких делателей. И в наших поместных церквях нужно пытаться найти их, увидеть их, ободрить их, для того, чтобы они стали членами хороших малых групп. Чтобы группа была хорошей, действительно хорошей, нужно правильно распределить в ней роли. Потому что проблема возникает в том случае, когда делатель берет на себя слишком много работы. Я помню, когда мы несли служение в Москве, мы поняли, что нам пора организовывать библейскую группу дома. И я сказал, у нас большая квартира, значит, мы готовы принимать группу у себя. Я сказал, я пастор церкви, поэтому я буду вести группу эту сам. И через какое-то время я начал понимать, что люди, конечно, приходят, но быстро уходят, потому что им уже неинтересно, потому что я беру на себя всю работу. С тех времен я решил поступать по-другому. Я сказал, хорошо, буду вести группу, но вести ее буду в доме у другого человека, у кого-то еще, не у себя. Потому что тогда уже, по крайней мере, две обязанности — ведущий и принимающий. И люди приходят и понимают, что они тоже могут подключиться, потому что есть разные роли, есть разные ответственности. Так в любой малой группе. Смотрите, есть благовестник, есть пастырь, есть человек, который, может быть, ведет людей в Слове Божьем, в учении, в благовестии, в прославлении. То есть разные люди берут на себя разные ответственности. И в малой группе, в хорошей малой группе это и должно быть. Должно быть такое распределение ответственности. Мы об этом будем подробнее говорить в будущем. Но с самого начала давайте помнить о том, что у каждого руководителя, у каждого лидера должен быть ученик, должно быть подмастерье, скажем так. То есть если есть лидер, то кто-то у этого лидера должен быть в учениках. Но чтобы потом он взял на себя эту обязанность, эту ответственность. Если есть пастырь, то у пастыря тоже есть, ну, будем говорить, подмастерье, человек, который потом возьмет и будет вести свою собственную малую группу. Он сам будет готов для служения. Тогда будут появляться новые пастыри, потому что Господь будет приводить новых делателей в свое поле. Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com.
Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.